Это Илья, канал Мигрант Медиа. Вчера мы общались с Алексеем. Алексей — это наш клиент, который год назад уже один раз засветился на нашем YouTube-канале. Сейчас он находится в Соединенных Штатах. Он получает грин-карту и в ближайшее время готов сделать свой плейлист на нашем канале и делиться полезной, актуальной и нужной информацией для ребят, которые сейчас в данный момент решают, поехать ли им или не поехать, ждать ли им лотерею грин-карты или все-таки воспользоваться правом на подачу на убежище в Мексике или, например, на Гуам. Человек прошел через 4 дотейшн-центра, он находился 7 месяцев фактически в этом процессе, он стал паралигалом, ему есть чем поделиться с нами, так же, как и Валерий, который недавно вышел и ждет свою грин-карту. Это очень здорово, ребят, что наши клиенты в дальнейшем, после того, как получают свои бумаги, с нами взаимодействуют, с нами сотрудничают, с нами дружат, готовят для нас видео, зарабатывают на видео вместе с нами. И самое главное то, что они делают полезную для других мигрантов работу, и это очень здорово. Итак, если ваши друзья еще не подписаны на наш канал, рекомендуйте нас, сами смотрите наши видео, ставьте лайки, будьте с нами и эмигрируйте туда, куда у вас лежит душа. Это может быть США, это может быть Евросоюз, а кому-то, может быть, вообще будет интересно вот поселиться в горах, жить с орлами и просто чувствовать себя великолепно. Итак, друзья, всем удачи, пока!